Сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально открыло миссию по наблюдению за выборами президента Казахстана. В команде миссии 12 экспертов, работающих непосредственно в Астане, а для работы в регионах будут привлечены еще 30 человек. Кроме того, ОБСЕ пригласит 400 краткосрочных наблюдателей для работы непосредственно в день голосования. Задача экспертов – отслеживать весь избирательный процесс с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам и национальному законодательству Казахстана. Запланированные встречи с представителями политических партий, общественных организаций, в кандидаты президенты. В день голосования эксперты ОБСЕ будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до процедуры подсчета голосов и определения общих результатов голосования. Наша миссия не будет вмешиваться в избирательный процесс. Мы будем только наблюдать за тем, как проходит электоральная кампания, соответствует ли она международным стандартам и законам Республики Казахстан. Наша миссия придерживается таких демократических принципов, как прозрачность, равенство и справедливость. Мы оцениваем роль политических партий и правительства в обществе. Заключительный отчет работы по наблюдению за ходом президентских выборов будет опубликован в течение 8 недель после их окончания.